عرفت الشيء اللي انا وده ما فهمتش ولا كلمه علاج وكل ولا اي حاجه وصلنا Нормальные люди на 1 января отсыпаются, а мы ненормальные люди на 1 января с утра поехали на квадроциклах кататься. Ух, вы даже не видите, что я вам говорю или не говорю. Я могу наложить потом звук, а вы даже потом не знаете. Дочка Шумахер, как дела? Да, хорошо. Готовы? Готовы. Мавены, Ярдина Дайша. Куда вы смотрите? 1, 2, 3, Шарм! Что арабы нам неправильно завязали арафатки, что на самом деле они должны быть вот так. Так очень стильно, модно. У нас так в 7 классе все делали, когда были эмо или ска. Но вот это вот арафатка ска. Это очень стильно. Вот, смотрите, подбородочек второй закрывает, а так вот носик. И все прекрасно. Вот так и ходить по лицею. Хорошо, нынешнее поколение это не застало вообще. Что такое на нас такое отразилось? Лера, привет! Еще одна развлекуха. Это у нас был кинотеатр. Смотрим фильм про Египет. Царство строителей пирамид. Затем Среднее царство. Ну. Были только что в кино. Ну, посмотрели, отметились, использовали очередной купончик. А так сам фильм был, конечно, 97-го года. Как я, почти. Короче, немножко скучно и не весело. И мы после нашего сафари чуть не заснули. Вообще, у нас сегодня последний вечер, и мы скупаем сувениры. У-ху! Чёрта! Золотистый все эти бицепсы. Надо вот такую музыку вот так стоять. Очередное свидание в нашем списке дел. Каток с тюленями. В прекрасной защите. Магазинчики с маслами, очередной сувенирный магазинчик нашей очереди магазинчиков. Мы хотим, не знаем что, ждем, просто не знаем чего. Вот, как-то так. В очереди. В очереди, да. Хорошо. Мы, как настоящие купцы Морозы, накупили кучу всяких очень нужных масел. Накупили кучу всякой жрачки интересной, разной. Я, наверное, перепробовала все виды мороженого, которые у них есть вообще, в принципе. Нашла какие-то конфеты, которые были у меня в детстве, я за ними очень соскучилась. Накупила еще кучу всякой жрачки. Буду сейчас, короче, на последний вечер нажираться. Собираем чемодан, потому что, к сожалению, завтра придется уже ту-ту. Точнее... О, кстати, нам египтянин дал очень важный... Вот совет, я не знаю, еще не пробовала пока на себе, если я попробую, обязательно вам об этом сообщу. В общем, для того, чтобы у вас был идеальный загар, а точнее был очень быстро, нужно обмазаться пивом. И если я вот попробую, не обязательно завтра, но может быть в другой своей поездке, я обязательно расскажу, помогает ли пиво в качестве крема для загара. Просыпаюсь с утра, а мама решила как бы сделать подарок уборщикам.
И слепить из полотенец снеговичка, как бы. Это наш последний купончик, это очередное посещение джакузи. Этот раз я это засниму. Все очень красиво. Сегодня оказалось еще, что вода гораздо теплее, чем в прошлый раз. Идеально прошло начало последнего дня. Завершение. Короче. Эта песня везде. Просто на каждом моем отдыхе. Независимо от того, включаю ее я или кто-то другой. Встретили курка и цыпа. Вот такие делишки. Короче, сейчас целью моей номер один отойти отдыхать, а вашей целью поставить пальчик вверх, если вы этого еще не сделали. И до скорых встреч в новых видео. Пока! Патрик, скажи пока. Пока!